Здравствуйте, друзья. Шли мы себе, шли, гуляли тут по городу Саннивейлу. Увидели домик и подумали, дай зайдем на open house. Не просто так домик. Тут open house. И мы сейчас посмотрим, что тут. Вот пол такой дубовый, хороший. Вот зашли мы. Так, вот там в зеркале вы можете увидеть меня. Тут, ой, засветилось. Так, я на селфон снимаю, не было камеры с собой. Так, вот такая комната большая, симпатичная. Это стейджинг, то есть вот специальные люди, которые мебелишку там переносят и как-то так делают, чтобы было посимпатичнее. Это их картинки. Так вот. Пришли мы в коридор. Вот тут входная дверь. Пришли мы в коридор. Идем дальше. Вот прямо перед нами. Hello. Hi, how are you? Так, тут комната. Окна большие, красивые. How old is the property? Built in 1960. Окей, thanks. 60-го года дом. Постройка 60-го года. Так. Вы видите вот эту плиточку? Это тогда вот так делали. Так. Это у нас стиралка с сушилкой. Так, идем. А сколько стоит цвет? 1 550 000. А какие параметры? Свет. Параметры какие? Бедрума сколько? Там 4 бедрума, 2 батрума. 4 бедрума, 2 батрума. Да, людей совсем нет. Нет, да, это есть только 3 бедрума. Так, 3 бедрума. Может быть, четвертый не достроен еще. А какая площадь, мы знаем, Свет? Нет. Так. Ну, давайте так, туалетик. Он небольшой. Ну, естественно, это застройка вот тех лет. Можно я буду помогать? Помогать? Давай. Мы с Сашей продолжаем съемку. Это бедрум. Да. Ну, тебе нравится домик, Саша? Угу. Так, давай-ка. А где ты сейчас? Что там? Это туалетик. Так. Такой маленький. Мы почти сами тут не можем. Ну да, небольшой. Это не настоящий. Небольшой туалетик. Так. Тут у нас, Саша, как бы ты назвала вот это? Вот это клозет. А какой это клозет? Это walk-in клозет, да? Угу. Так, это клозет. Да, как у мамы есть, так тоже walk-in. О, не надо, я думаю, это включить. Это включить, да, ой, тут есть лампочка. Испугал. Да, тут есть лампочка, свет зажигается. Дай-ка тебе еще что-то покажу. Вы давай видите? Выйдем на улицу, Саша. Пошли, ой, выйдем, да, на улицу. Да, на улице очень красиво. Угу. Даже если у нас лучше на улице. Тут, смотри, тут можно посидеть, покушать. Так, подожди-ка. Вот дворик такой. Вот. Очень милый дворик. Тут яблоки. Да. Тут дерево такое сверху, сыпется с него плоды. Сказать честно, яблоки? Даже... Ты знаешь, очень похоже на мелкие яблочки, но это не яблочки, конечно. Это очень странное что-то. Так. Пойдем за мной. Так, идем. Значит, мы теперь заходим в дом через другую дверь. Так, оп. Вот. Кухня. О, это так красиво. Угу. Кстати, это не настоящий. Нет, не настоящий. Ну что, пойдем? Подожди, а вы мою комнату видели? Твою? Угу. Ну пошли, детскую. Угу. А почему ты ее называешь? Ты вообще-то две детские. Ты такой маленький, но все равно чуть-чуть странный. Туалетик маленький, да. Странный угол, углом. Ну, вот то, что я не видела. Так. Смотри, тут такая. Да. Видишь, как-то с мягкого. Да, это видно для бабушки. Тут очки лежат. Книжки такие старые.
Я думаю, это стейджинг. Они эти очки так положили. Типа там, бабушка. О, тут еще есть да, такой... полочки. А зачем тебе такие большие зубы? Не... Зачем зубы? Чтобы тебя кур съесть. Да. Ой, нет, это гараж. Это гараж. Почему? Давай покажем, что-нибудь не надо. Гараж. Покажем. Пусть все видят, какой у них гараж. Так. Пошли пойдем, дальше. Мне тут не нравится. Нет? Ну, идем. Так. Большой дом такой, смотри. Вот это не моя комната, это просто комната. Ну, видно, для мальчика. Почему для мальчика, солнышко? Как сказать? Ну, посмотри, тут такие мальчиковые вещи, но если девочка хочет... А, ну, с танком, с каким-то ключом гаечным, угу. Да, так. Ты тонко чувствуешь. Вот это очень девочки, наверное, красиво, поэтому... Вот почему я хотела вот это называть мой. Тут крайоны такие вот интересные. Крайоны, карандашики. Крайон. Да? Тут книжку поставили. Подушку даже. Ну да, такой стейджинг у них. Да? Знаешь, какой стейджинг? Ну да. Угу. Так. Ну, этот туалет мы уже видели, да? По-моему, мы его видели. И там опять это вы уже это да. Тоже. Да, и в этой комнате мы были, мы уже по кругу прошлись. Ну что, Саш, я думаю, можем покинуть это место. Пошли.